В управлении ЖКХ и транспорта состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению обращений граждан, связанных с ростом платы за коммунальные услуги. В этот раз собравшиеся рассмотрели вопросы о недопоставке теплоносителя в дом и качестве предоставляемых коммунальных услуг управляющими компаниями. Рабочая группа по рассмотрению обращений граждан, связанных с оплатой коммунальных услуг, создана при управлении ЖКХ и транспорта совсем недавно. И это заседание второе по счету. Помимо представителей управления, в ее состав входят руководители энергоснабжающих и обслуживающих жилищный фонд организаций, а также депутат городской думы. Поводом для очередного заседания стало обращение гражданина Лучкина, проживающего в доме номер 8 по переулку Таежный. Из-за обращения следует, что уже в течение многих лет система отопления в его квартире работает ненадлежащим образом, что привело к серьезным последствиям. Жена сейчас в больнице лежит, ревматоидный артрит, решается вопрос по инвалидности. Я 4 раза переболел воспалением легких. Сын погибший хроническим бронхитом страдал, в 2010 году погиб. И ребенок сейчас живет, тоже болеет постоянно. Обращение в управляющую компанию в теплоэнергетик привели к появлению большого количества различных комиссионных актов, представленных на рассмотрение участников заседания. Но ни это, ни некоторые работы, проведенные обслуживающей организацией, к улучшению внутриквартирного климата не привели. И вот уже второй год Анатолий Яковлевич отказывается платить за отопление. При этом прочие коммунальные платежи в расчет на кассовый центр он вносит исправно. Сходу разрулить ситуацию не получилось. Завтра рабочая группа в том же составе будет работать непосредственно в зоне конфликта по переулку Таю. Выезжаете все комиссионно, обследуете, замеряете, в том числе и температуру воздуха в помещении. Далее теплоэнергетик представит график, температурный график